Коля, ты с почты перчатки забрал, которые я тебе выслал? Да, спасибо большое. Вот я забыл тебе сказать, что я тебе послал. Спасибо большое. Они прямо подходят к моему новому мечику. Я сказал ня-ня-ня и ми-ми-ми. Пачку вообще можно не трогать, если честно. Ну, чё проклятию пропадать? Тут бы сундучок выпал. Ну, тоже верно. Тут, правда, этот, можно почитать книжечку. Беда барахольщик. Ну я, видишь, пишу эту видюху, чтобы народ видел, где сундучки, хотя этот, я думаю, мало кто пропускает. Вон тебе синька упала. Это хорошо. Не откажусь. Ну, я пасую, чтобы ты докачал быстрее. Вот это тоже надо. 10 очков дает на оружие. Все увел. Это ж Коля, блин. Его же не переролить. Говноед еще тот. Ни одного сундука, сука. Мне безупречный сафирчик отдал, вот хорошо. Один сундучок выпал.
Да беда в них в том, что понимаешь, что они один на всех он падает. Угу. Кто первый взял, тот и прав.